Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Россия возобновляет авиасообщение еще с 9 странами. Россия возобновляет авиасообщение с 9 странами в июне. Запрет на полеты в Турцию и Танзанию продлевается до 21 июня. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации вечером в понедельник 31 мая. В частности, со 2 июня разрешено выполнять рейсы в Великобританию, с 10 в Ливан, Марокко, Хорватию, на Маврикий, в Албанию, Австрию, Венгрию и Люксембург. Однако три последних европейских государства, а также Маврикий, пока не готовы принимать туристов из Российской Федерации. Тем не менее, Хорватия и Албания открыты для граждан России. Более того, данные направления имеют все шансы привлечь значительную долю путешественников, предпочитающих средиземноморские курорты. Особенно в условиях ограничений на отдых в Турции. Рейсы по маршруту Москва-Загреб разрешены с частотой дважды в неделю, а Москва-Тирана один раз в 7 дней. Визовые центры Хорватии уже принимают документы от заявителей в 19 российских городах. Въезд в Албанию для россиян и вовсе безвизовый. Марокко еще с прошлого года открыл свои границы. Для въезда пассажиру необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на коронавирус, полученным не более чем за 72 часа до вылета, а также ваучер на отель или приглашение от принимающей местной туркомпании. Теперь разрешено выполнять полеты из Москвы в Рабат дважды в неделю. Стоит отметить, что S7 Airlines уже осуществляет прямые грузопассажирские рейсы в Касабланку. Ливан не так популярен у россиян, как остальные вновь открывшиеся. Однако государство готово к приему туристов еще с прошлого года. Для пересечения границы пассажирам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а также пройти повторное тестирование по прилету. Рейсы из Москвы в Бейрут разрешены с частотой раз в неделю. Что касается уже открытых стран, таких как Греция и Египет, география полетов туда не расширилась, однако увеличилось количество рейсов из России. В частности, перевозка Москва-Афины-Москва будет выполняться до 8 раз в неделю, а в Каир – до 7 раз в неделю. Также увеличится число допустимых рейсов в Азербайджан, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Сербию и Катар. Турция и Танзания по решению оперштаба остаются закрытыми до 21 июня. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.